Neesmu nekāds blogeris, bet izdomāju nofilmēt video, kā es došos uz Černobiļa. Opa, zdarova! Едем без остановок. Остановки только заправки. Кому надо покушать, пописать на заправках, да? У кого? Это слово Сатер, да, короче. Паспорта все имеете? Да, конечно. Куда едем? Чернобыль. Esam pie Polijas un Ukrainas robežas. Baigā garā rinda un mēģinājām iespraukties, bet te jau mums piedraudēja, ka iedos pa galvu. Чей, никуда не поедешь? Я до вас не еду. А? Я до вас не еду. Нет. Ему на тира треба. На тира. Мы уже сколько ждем тут в очереди, не будет такого. Я у Грейбла из Экса. Ну что, ребята, не пустят. Нет, нас, не нас тоже никто не пускает. Да. С гайдом, я говорю, вы не елайдись, мы сакал ставить. Действительно, да. Я раньше не ехал. Что, никуда я залез? Я ехал сюда, выезжал и бетрон. Как ты выехал? Что, каждый не, что это сам уехал. Вот, его трогу, блядь, покуречил. Кто чешет, блядь? Ты же чешешь. Нет, это лечит. Я постоянно, блядь. Нет, сейчас не чешешь. Рассказываешь. Что чешешь, блядь? Выезжали. Да я не понимаю, ваш нихуя чего там чешете, но, блядь, зачем вы залазите? Мы уважаем. Мы что, мы почему-то должны стоять? Просто смотрите, еще за прикол. Я просто первый раз с украинцами, да, связываюсь. Но вот каждый, вот каждый, который залезает, вот что-то похожее. Друг, брат, рассказывает. Да, мы сосед, блядь, там солярка, блядь. Блядь, не вздумай, а то получишь да. Поебало. Вот сейчас, по факту видим. По факту? Влезли? По факту. Что влезли? Они выезжали и бедрон. Мы ехали постоянно, блядь, чё, листы, блядь. Что у него? Не знаю. Не знаешь? И дальше перекусон. Куда дальше? Блядь, ты что, ему выезжать, ехали, блядь? Да. Ну, а что, нам так надо да? было делать? Нам надо так делать, да. Драусмиги, 6 стундас наставаем ринда. Uz robežas, kaut kā viņiem te viss nesakārtots ir, visi tik agresīvi, visur mēģina iešmaukt. Nu nav tas labākais priekšas par ukraiņiem, tagad pagaidām uz tās robežas izveidojies. Aha! Čau! В магазин не пускают, там есть по 100 грамм водки, я дам деньги, сходи, пожалуйста. А почему вас не пускают? Потому что говорят, мне опять будет. Ну, может, тогда лучше не надо? Не, надо, ну как, я на земле сплю, не холод. Все для вас. Красный ковер скоро будет. Спасибо вам большое. Да, да. Проходите. Bye. Salds maksimums, lai ēd boršs. Šitā man bija laukos kaimiņos Jānis, bet tāds pats tā kā lauks, kad oči tur. О. Антон, паспорта, ребят, готовы паспорт. Паспорта и билеты. Дятлов. Vien kaut ko tu nevarēju teikt, un tad ir pirmais, ko tu pateikti. Dietlo? Jā. Nedrīkst teikt? Jā. Bet Nekaspar gavrīt, šo nezē gromka familiju Dietlova gavrīt. Nu, ne nāda lišķi nerās kričēt. Ā, lišķi? Jā, lišķi nerās negavarīju. Kur mēs vakarā palaikam? Pie Dietlova. Nepaliksim. Maiklo ili naružu? Piskai naružu būs. O, klasnā. Техника, которая участвовала в ликвидации последствий, которая сбрасывала радиоактивный графит с крыши четвертого энергоблока вниз в реактор. Три советских лунохода привезли сюда, они ничего так и не скинули. Угу. Поэтому людей и загнали на крышу, чтобы люди, как биороботы, скидывали вниз все. Здравствуйте. Снимать не надо, пожалуйста. Диана. Да. Меня зовут Валера. Да, очень приятно. Я дозиметрист. Сейчас на Львове я стою. Да. Вообще на Парышеве. Запишите, будь ласка, мой номер телефона, или это ваш. Моя дорогая, я сейчас подъеду. О, все, пошел, да. Так, ликвидатор из Латвии. Представьте, пожалуйста, как вас зовут. Ликвидатор алкоголя. Ты Sony Smokey. А почему так много собак? Потому что они, когда их ликвидировали, они, видимо, спрятались, потом начали чуть-чуть размножаться. И тех, которых поймали, стерилизовали, тех, которых нет, сейчас пытаются поймать и стерилизовать. Американцы. 86-й год. О, это вы? Да, это я, это
декабрь, это вот весь сзади саркофаг, если так вот видно, видно, да? Сколько это 21. Ничего себе. А вот это вы знаете, вот где знак Припять, да? Да, еще, мы еще не доехали. Еще не видели. Вот, когда приедете, посмотрите. Это вы его делаете только, это, да? Нет, мы не делаем. Это вот я в белом чепчике там где-то. Это 87-й год, весна. Это только рыжий лес вырезали. Фотоаппараты прятали, потому что КГБ, ну, понятно. Ну вы поняли. Фотоаппараты прятали так, что... Эдгар, да. Меня Валера. Все, Валя. Вечером. Мы тебя ждем. Если мы что. Да, все. А можешь с вами сфотографироваться? Ну, это я не сомневаюсь. Потом сфотографируемся. Хорошо, потом сфотографируемся. Ну так был. Фу, фу. Да? Да, норма? Ну, кому это стрессе, норма. Я. Я верю, что они шаг скальплят. Да ты свискат его, а? Только не ходите там, не надо. Я не вак. А как виня? А как виня? Виня как кур стал? Как ты смотри? Виня земли. Как? Виня земли. И якша? Якша, я. Виня с масс габлин, че? Я, как, блин. Он и не вер, виня трас. Не вер, не как. Ну ты кай паням, ты не знаю, земли тур, кабову. Из Греста он паням. Ну, Чернобыльской зоны единицы был желоб водостока, который смывал радиоактивную пыль, которая была на крыше. И все это падало в одно место. Здесь будет немножко больше. Вау! Мы сидим уз пятого состава энергоблока. Дзесешанс иекарту. Дзесешанс, ну, по-криевски у них градирня. Они на усталта лиц галам. Тапец, ка 86-я года, когда весь успрага, тад они ари апстадиная целшану. Это масштабы, конечно. Вау! Вау, круто! Atrodas uz 5. energobloka jumta. Viņš nav uzsals līdz galam. Viņi bija plānoti pavisam 12 kopā, tad tā būtu, vislielākā atomelektrostacija vispār Eiropā. Jā. Tur mēs redzam to dzēsēšanas iekārtu, kurā mēs bijām pirms tam, abas divas. Čo mēs dzēlēs? Čisto. Заходим. Ладно, давайте мне его, да, вот. Да, да, да. Компот смородина. Ой-ой-ой-ой-ой. Борщ. Благодарю. А это кто? Витаминный. А, ясно. Норме 0,3. Кас ir авария центра энергоблокс. Я. Мы с отрядом из Чернобыля с атомэлектростанции. 0,8 это нормально? В два раза тут в два раза выше, чем норма. Да, и как немного. Да. У этого было в 2-3 раза больше, чем сейчас. Перед это, да? Перед как задвинули Новорска саркофаг. Так это её по тилту, который ресаугуш по нав стилту. Seriālā bija rādīts, ka cilvēki stāvēja un skatījās uz to elektrostaciju un, jā, un tie visi cilvēki, kas bija šeit uz tā tilta un vēroja to, viņi nomira. Jo šeit pats viss lielākais vilnis arī uz to pusi nāca. Mums, nu, nelegālajā gājienā, šī tik maziņa bija. Un tagad redziet, kas noticis? Mēs viņu izglābām. A čo, etai nieto čipa? Ай, тогда верно мужик. Либо она его собрала. В смысле, у нас и топец, как бы, солнце сразнак, значит, пиздец, да? Либо ей повезло, и она еще собака. Почему? Что мужикам не ставят чипы? Ставят. А почему этой нету? А ну, видимо, не могла поймали. Содрать. Все. Ну, либо ее просто не поймали. Ага. Ты должен понять, что это за нас. Вы не нау плайною? Да, я должен знать. Потому что это тоже сука получается. Вайрак, не кажется. Виса Рига, как? Ну,
Антон, можешь? Просто пустую эту самую. Сейчас, я быстро. Что будет, если ночь в нем провести? Что будет жопа. Через голова будет болеть? Да может что-то действительно отпасть или что-то вырастет. А да ладно, так страшно, да? Ну вот смотрите, вы отсюда снимаете, а я вам покажу, что внутри на самом деле находится. Уже 217, 222. Платформы, на которые загоняли роботов и поднимали краном платформу с роботом и опускали на крышу четвертого энергоблока. Туда даже я пешком не люблю ходить, это, 50 на 50. Ясно? Не стоит. Да, ясно. Вы лучше спросите меня. Tavs arkuru ņēma no jumta tās radioaktīvās daļas un bēra pēc tam kaut kur citur mašīnās prom un veda prom. Viņš ir, man liekas, tā ir visradioaktīvākā vieta vispār Černobiļas zonā. Un te mēs tējam tehnika ir samesta. Un dažādi mašīnas, autobusi, rekuņi vienkārši tā ir nomesti. Pusi izāģēja, pusi atstāja vienkārši mežos. Viņam labs fons. Dzinēja izņemta detaļas, izņemtas riepas, riteņi nekā nav, vienīgais tie korpusi. Podamies policijas iecirknī, tas ir iebūvēts cietums. Te kameras, te sēdēja cietumnieki. Reku, te bija nopratināšanas istaba, šeit viņas pratināja. Tur sēdēja policists, tur sēdēja zegs. Īslaicīgā saistība. Jūs jau esat šeit? Izolātās reku, tur viens mums sēž. Mašēr, vi papāvi, da? Idiom sa mnoj. Paka stojte zdēs. Sio. Next. Don't worry. Be happy. Relax. Она по-русски ненормально говорит. Загрязнение. Драйв ко мне. Протектор. Вот вам видно, да, вот чуть-чуть будет 50, сейчас видите, вот 60, да, то есть уже девятки вы не пройдете. Да, девятки не пройдет. Ну, как вас зовут, извините? Юра. Юра, ну вы поняли мою мысль, да? Да, конечно. Я уже индивидуально, если он даже сейчас она пройдет. Лучше помыть. Тут 100, не покажет, но я там она зазвенит, вы поймите, да? Да, согласен. Ну, знаю так... сам эти все правила, сам дозиметрист и радиохимик. Ну, видите, ну мы как... Специалист, как говорит, художник-художник, аж понимаем, правильно. Видишь, 800, да? Хорошо. Машер, follow me. Ваш, your shoes. Tonight. Party? Сегодня. Party? У меня. Именно вот так вот. Mēs esam ciemos pie likvidātora, pie dozimetrista. Viņš piedalījās Černobiļas atomelektrostācijas sēku likvidēšanā. Very famous likvidators. Likvidators. Ещё, кто будет? Я буду. Два. Давай. Папа, чистый или разведёшь? Чистый. Чистый, конечно. Сейчас, чистый не слишком страшно? Чистый. Да, нормально, один раз можно. Вадя, набери компота баклажечку. Во. Сколько человек? Айне, цвайне, унтрайне, четыре, кто еще? Четыре, да. Смотри, дали, смотри. Да. Дали, смотри. Снимай. Ты все снял, когда я вылил? Да. Снял, да? Да. Теперь смотри. Стакан главное, чтобы не сгорелся, нет? Бал. О. Видишь? Ты же где-то в говно уступила, птичья. У тебя тысяча бета была на шузе. Все, у тебя нога будет светиться. Надо было сначала чуть-чуть олейки, потом сало. А это же даже не сало, это почеревка. Понимаешь, это не сало. Я вот в ваших украинских блюдах не очень разбираюсь. А я тебе расскажу, что это не сало. Вадя! А ты, это что за сало ты принес? Холодильника. А сколько там вот это все, что было? Да. Не, вот. Оле, да. Вот же, Оле. Вот. А, так, бляха. А что ты нарезал? Место. Сальвадор, я извиняюсь.
Трясина! И, сука, всех холостяков, не понимаешь, я так хочу уже, чтобы кто-то хотя бы нашел себе девочку. Привезем вам в следующий раз девочек. Хорошо? Я тебя ловлю за язык. Вот да, так. Без проблем. Ты понял, наберем группу. Телефон мой есть? Да, да. Все. Буду звонить, буду звонить. Моя дорогая, я вас жду, и причем слухай меня уважно. Так что, вы берите, ой, бля, собака съест. Моя дорогая, оставайся, я тебе говорю. В Киеве трехкомнатная квартира, так все, живите. В Чернобыле хоть дома живите. Я обожаю. В Киеве нормально все. Оставайся, моя дорогая. Или задрай любой дом. Подумаю. Вот это мы пьем. На крыше там ходили партизаны, там не мы. Там ходили все военно обязанные. А мы были везде вокруг. А на крыше я не был, я пиздеть вам не буду. Но, ну как бы всю жизнь вот там, ну, всю работу мы были рядом, вот там все. Так, ну, мой друг. На камеру стесняешься. Да не то, что я стесняюсь. Да, это уже все снято тысячу раз, да. Понимаете? Сарандор, я начинаю. Смотрите, берешь, выдыхаешь. Опять лапу сразу. Все. Я понимаю, что главное выдох. Потому что это не помогает. Я вот берешь глаз и начинаю делать. Береги себя. Next. Твой друг, мы пьем и до тех пор живем. Пасе, тури севи, тури. Тури севи. Глотай. Тури. Уздзе, уздзе. Зервис. Так, 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 давай, давай. Все нормально. Лучше запей. Не надо запивать, Артур, он уже выплевал все. Ну, пускай пьет воды больше. Да все нормально. Наоборот, плохо. Он пройдет, у него пройдет. Да я, конечно. Это... Только снова к Чернобылю, ты спал к Чернобылю. Это не спирт, это радиация. Ребята, здесь шикарное место. Здесь просто шикарное место. Не было бы радиации, можно было бы здесь и выращивать что-нибудь. То есть, это так, действительно, как-никак, здесь грязновато. И для жизни здесь не все хорошо. То есть, детей здесь растить не стоит. Но вы-то живете? Ну, мы не живем. Как здесь работаем. Да. Я здесь не живу, я сюда приезжаю работать. Батя мой не живет, батя здесь работает. Ну понятно, да. А кем ты работаешь? Что ты делаешь? Ну, я вообще работаю в Киеве. Да. Но сюда приезжаю, как мне так тебе объяснить. Вдруг можно пока не снимать? Оу, фу. Эй, ты нас. Tas ir dēļ tā, kā es atbraucu šajien 150 metri augstums. Un ņemot vērā, ka man ļoti, ļoti bail no augstuma. Negribas vispār līst, bet vajag. Nezinu, sanāks, nesanāks. Vai pusceļā neapstāšos. Sajūtas, protams, tādas interesantas. Jau no paša rīta pamodos. Jau uz svīdu braucot uz šeit un domājot par vienu domu, ka kā es uzlīdīšu tur augšā. Davai, bļa. Na pralītāk akurātnie. Davai, Artur, da. Spokojno, davai. Всё, поехали. Мы вас ждём внизу, мы с вами. Главное спокойно, если будут дрожать ноги, руки, встань, отдохни, никуда не торопимся. Блядь. Аккуратненько. Я? Товарищ Дятлов. Я. Ко man Дятловам pateikties, viņu satikšu? Sveicies. Jā. Pateik viņam paldies par Černobiļu. Yeah. Да. Смотри, да. Ты лезешь, напряжение будешь чувствовать, постарайся понять, как тебе легче лезть, чтобы не было такого напряжения на руки. Да. Цикнися узлы и дам. Да. Лезну. Апарум. Юдесант метри калкат. Эс вас не вору. Я тварь. Видишься, а? Man viss, jā, man, bļēd, man viss trīdz, bet es vienkārši nevaru. Nu, man arī nav viegli. Bļēd, gribētu man tas vairāk netrīt, bet tālāk. Ej, tu nost. Ej, tu nost. Ja es dažu tūtu už vēl, cikļājuši, bļēd. Viņi už nogi trisūtse. Ej, tu nost. Ej, tu nost. Ej, tu nost. Nu, nav pat te forši, bļēd. Nav, vispār. Diskomfort stāsts. A tev vispār, Emil Lēvič? Man vienalga, jā. Ja tam spal, paņemēt,
У меня какая вещь была? Я пришел в 2014 году ночью сюда. В 4 или в 5 утра, даже раньше, может быть. Я пришел. И что я сделал? Мы залезли. Мы остались ночевать. Мы проснулись, и только тогда я понял, куда я залез. Офигеть. It's never. Ну блин. Es nezinu, kā lejā būs nokāpt. Nu, tur jau tā lielākā kuļa. Ei, tu no... Stāvis mošu, ko varētu uzkāpt. Es nevaru. Ei, tu nost. Блин, не хотелось бы отсюда упасть. Просто спокойно лезь, перебирай руки, ноги и все. И не смотри вниз, да? Не смотри вниз, да. Ни разу не ползал, да, так? Нет, вообще так высоко нигде не залезал. А, да? Да. Выпрями руки вот так. А, нормально. Фу, не дергай меня. Все нормально. Как это стало, я, ну? Монтадос не подвиг. Та не подвиг. Я почему лезу? Потому что сильнее тебя? Нет. Физически нет. Выносливее? Может быть, но не факт. Все просто голова, реально. Yeah. То же самое, как миллионер. Они почему по-другому вообще? У них почему у них миллионы, они управляют миллионами? Все просто в башке, в мыслях, в мышлении. Да. Yeah. Реально, тут можно хорошо поработать над собой. Pagam, es esam tikai pusē, jā? Jā, tikai pusē. Ideāli. Davai, varētu līst un līst. Jā, jā, droši. Beidzot. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi. Wow. Tas bija labs. Artūr, čau. Kā tev iet? Ļoti labi. Es arī gribētu tā teikt. Раз ты начал, ты уже прошел больше половины, да. То надо уже долезть. Эй, ты нос, Артур. Погнали. Кая, стриц, весь стриц. Это все нормально. Это все нормально, да? Чернобыль, это все нормально. Радиация, а, это радиация? Да, да. Это все лаби. Я, скатинч, это лапс. Бет, истинно, не греба сбайк никуда вкарт скатитес. Йо, ир байл. Ir paveicis, ka nav vēja. Ei, tu nos, ko tu te lēkā, Artur? Jā, spirot. Zini, kā augstāk, kad lien, vairs jau nekas neko tas nemaina. Šeit ir tāda lieta, tev vairs vietas nav. Un? Jā, jākāpēja. Nav vieta? Nē. Tev pofik pilnībā, jā? Nu, nav pilnība pofik, bet... Man netuvojies klāt. Es ļoti ātri. Es varu tipa tagad kā sauc to propagandēt vegānismu. Es vegāns 5 gadus, ļoti ātri atkopies. Kā man ir bail, man ir bail. Kā viņa te šūpojās tā? Man nepatīk rāpties augšā. Ļoti nepatīk. Ļoti nepatīk. Ļoti nepatīk. Ļoti karsta un ļoti bail. Bail no kā es pat nezinu. No augstuma. Laikam jā. Fuhuhu. Čau, Laura. Sen nav neredzēt. Kā ir? O, tas ir mans mīļākais. Varētu caurām dienām, es varētu viņu krāsot. No sākuma rūsa noņemt un mēs tam krāsot. Jā, noslīpēt smuki. Jā. Nokrāsot. Piemetināt. Nolakot, jā. Tas būtu tavs dzīves iegūt. Laura, tu esi milzīgs, man labāk netuvojies. Ei, tu nost. Kuldīgs atdakts tā strāmīgāka? Da čo? Grūti pateikt. Davai, turies. Par Latviju, jā? Jā. Jums zemes ar dzēšu to mācīju? Nā. Es to turpinu darīt. Es to neticu pats sev. Kā es to?
Pavisam višķi. Pavisam. Pavisam. Bišķi. Pavisam. Nu, kā ir, Artur? Ļoti labi. Jūtas. Labi. Jā. Mēs esam augšā? Nē. Kad būsim? Pēc vienas minūtes. Pēc vienas. Jā, vēl čučiut bišķi. Tā, man bēl skatīties augā. Ej, tad vēl. Вот это да. И смотри, смотри, сейчас идут облака, нас сейчас накроют. Педаис, поспас. Педаис. Педаис, поспас. Не грибас, лея не могу скрыть. Es nevaru. Es nevaru. Uziet augšu. Jāšu. Vēl tik tālu. Vēl ir jāliet. Labi, kā jāsķeras. Vai ar rokas piedzinušās? Labs? Mūsājies, davai vārts. Varu? Jā, jā. Davai, Renārs, arī. Davai, Kristap. Lūdzi, tu to vari. Es varu, varu. Es to izdarīju. Es to izdarīju. Artur. Paldies tev. Visi nespējams tavu gļāvienu dēļ tīt apsargāt. Jā. Ah, ujēc, kā var dzirdēt. Vienāks man klāt. Es uzlīdu. Es uzlīdu. Es uzlīdu. Ej, tu nos. Jums saprast, kur mēs ejam. Re, kur. Tas ir vienkārši. Tas ir kaut kas. Es nevaru. Es nevaru, es nevaru. Она не может там бабах? Давай иди сюда. Эй, ты ност. Подожди, а выйди сюда. Да, я тебя снимать буду. Давай, Эдгар, эйм. Эйм, эйм. Как ты ютис? Лёд лоб. Форш, я? Я, ты смотришь, варяк подвиг. Я. Она шатается, я не хочу. Иди сюда. Она шатается. Все, иди сюда. Эс невару, эс невару, эс невару. Эс невару. Блин, ну она же может упасть. Иди сюда, не упадет. Эй, ты нос. Если я тут спал, значит она не упадет. Ты уже иглой? Я, ну, это шить, это тур. Ну, ну, тая гала. Man ir ļoti bail. Man ir bail no augstuma. Man kājas trīc. Es gribu atpakaļ lejā ātrāk. Da, hojā mēs šāp. Davai uztaisam vienu selfiju kopīgu. Tā, man aiz muguras ir Padomju Savienības slepenais objekts, aizhorizontāla radiolokācijas sistēma, kas varēja 1000 km radiusā pamanīt jebkuru raķeti, kas tuvojās šim objektam. 150 metri augstumā, tur tālāk ir maziņā, viņa ir 90, viņa diemžēl nekad netika palaista, jo uzsprāga Černobiļa. Maksāja kaut kādus 7 miljārdus rubļu. 6-7 gadus būvēja to objektu. Nu, vispār, principā, nu, tas ir viens grandios objekts. Visā Padomju Savienībā bija tādi trīs. Un tas ir vienīgais, kas ir palicis, pārējie nojaukti. Tas ir Tarzans. Tā ir slavenība. Viņš te dzīvo jau 3 gadus. Viņš ir kastrēts. Jā. Un viņš ir mūsu gids. Vēl viens gids. Jā. Viņš baigi labais suns. Viņš bija maziņš, viņš mums gāja pakaļ. Visur staigāja, ar viņu droši var. Viņš zina visas ieejas, izejas, visas slepenās vietiņas, istabiņas. Viņš vienmēr visus pavada. Viņam ļoti garšo konfektes. Černobiļa 2 pilsētiņā, tā bija Padomju laikos ļoti slepena pilsēta. Vispār super slepena pilsēta. Un šī ir mācību klase. Te sēdēja armijnieki, karavīri pie pultiem. Šitiem bija pulti. Kaut kādi, un viņam rādījās uz displeja dažādas pozīmes, dažāda informācija, kāda raķete pie viņiem tuvojas. Šitajā bāzē mums satika, aizveda līdz antenē un tagad ved. Atpakaļ uz mašīnu. Gudrs suņuks. Mēs viņam sekojām. Suni kameru pilu. Milevič, kur mēs tālāk dodamies? Mēs uz Pripiķi. Kas tur būs labs? Tur būs viss labs. Viss labs, jā. Anton, kas tur ir? Kaut kas radiācija no kārtībā? Bešiņi ir, jā. Cik reizes? Trīs? Trīs pagājā. Ar noteikumu, ka viņš vēl... Ej, tu nost. Tav bail? Ar noteikumu, ka viņš piņemsim tā kā man bija. Pagaidām nē. Biks saus. Pagaidām saus. Mēs atrodamies bijušajā pionieru nometnē bērnu.
bērni pārsvarā bija. Nu tāpat kā Latvijā, piemēram, kaut kādos kempingos, kaut kādās nometnēs. Mājiņas baigi smuki apzīmētas. Tur visādi mulfilmu varoņi. Varoņi, jā, tur Vinnijs Pūks kaut kur tur tālāk ir un reku Lācītis, arī šitas no Multenes. Чисто, здоровья вам всем. Оп, спасибо вам за гостеприимство большое. Ты подумай, о чем я тебе говорил. Я подумал, конечно. У вас тут вахтовый метод? Я здесь живу постоянно. Все, мы тогда заедем к вам. В любое время. Хорошо, спасибо. Šeit iedzīvotājiem ir tāda interesanti. Viņiem nav jāmaksā nekādi komunālie pakalpojumi. Viņiem dzīvošana ir pa brīvu. Vienīgais, kam viņiem ir vajadzīga nauda, tas ir ēdienam un apģērbam. Jā, viņi te 15 dienas strādā šajā zonā un 15 dienas viņi atrodas ārpus zonas. Ar degvielu te ir problēma dabūt, šeit viņas nav, kaut kur viņi te lej nost viņu, brauc ārpus zonas. Tas ir tas slavenais baseins, kur visas filmas, visi seriāli filmēti šajā baseinā. Šeit peldējās atomelektrostācijas darbinieki. Džetlovs arī peldē šeit? Džetlovs noteikti. Ideāli. Bērnu. Jā. O, kāds mašīnas smukšs. Jā, mantīs visi ir palikuši no 86. Gada. Nu, reku, šeit bija tās telpas, kur bērni nodarbojās. Te bija galvas, kāpnīs, mantiņas salikas smuki. Šeit gultiņas, reku, tur var redzēt, tur viņi gulēja pa dienas dusu. И все деревья, то, что растут, они потом выросли. Потому что здесь слой земли снимался, засыпался новый. Там вон труба наверху, возле каждого дома, то есть на каждом доме абсолютно, весь водосток вылили, вытащили трубу наружу, чтобы вода с крыши стекала сюда, чтобы она не шла вниз, чтобы не засорять внизу все, грунтовые воды и так далее, да. Прикольно, да? Ага. Labs, te viss tā aizaudzis ir siltumnīca. Viņa speciāli tika taisīta pirms bērniem, kas mācījās skolā. Viņiem bija atsevišķi priekšmets, kurā ot, mācēja audzēt visādas šitādas brīnumus. Tu vari man pastāstīt, kā tev jūties pēc vakardienas alkohola likvidācijas? Ļoti labi. Tas tā, ka mēs apsimojam mūsu jaunu unkrēju draugu. Viņš man dēja lielas iespēja ātri iztīrīt visus iepšus spātnēm tā veidā. Jā. Šodien man nav nekādas pazīmes par to, kas ir vai tas alkohols. Černobiļa, jā. Tas no Latvijas? Jā. Kā viņš šeit no Latvijas parādījās? Kā, atvazda šeit Rehim. Proizvodstvo bija, nevērnā, Rehim un esmu Latvijā. O! Elvis, mierīgi. Atrodos uz stadiona, kuram vajadzēja atvērties 1. maijā. Un šajā stadionā būtu pasnieguši balvas un paaugstinājumi, būtu dabūjuši gan Džetlavs un visa komanda, ja eksperiments būtu izdevies. Nu, 9, 3 reizi, jā, vairāk nekā vajag. Šis izklaides parks man šķiet ir vairāk apmeklētāks nekā 86. Gadā. Te cilvēku tik daudz iegaši nāk un nāk. Braucām ar mašīnu.
Un te ir nokritis koks. Все нормально, проедем. О, вафель. О, нормально. Вафель, сгоржу. Все аккуратно. Семен Свинюсаутс. Виктор, мы куда-то едем кушать или нет? А, Андрей, мы поедем, да. Короче, да. Да, давайте. 10, 20, 5. Благодарю. Atrodamies laukumā, kuri samasta nesmuki vienā kaudzē tehnika, kuri piedalījusies Černobiļas katastrofas likvidācijas, seku likvidācijā. Un kādreiz viņi smuki stāvēja tur tālāk mežos smukā laukumā, rindās helikopteri, autobusi, mašīnas, bruņu tehnika, tanki, viss tas stāvējis. Bet nu pašlaik tas izskatās šādi un diemžēl tāda ir realitāte.